Глядя на массовые выступления в Хабаровске, я понимаю, что путинизм все-таки обречен. Нет, повторюсь, дворцового переворота не будет. Не будет и революции. Просто однажды такие настроения, как сегодня в Хабаровске, станут доминирующими по всей стране. В регионах, которые от обычных требований справедливости перейдут к требованиям региональной, а то и государственной независимости, да и в центре, где путинский режим уже давно не сильно жалуют. В итоге, в той или иной степени, может повториться ситуация конца 80-х годов с одновременным выступлением в регионах и в центре. Противопоставить этому путинизм не сможет ничего, кроме скрипоносного победобесия, которое уже мало кого возбуждает, а через несколько лет будет только раздражать людей. Стареющая хунта, ВВП и его окружение будут уже не в силах адекватно реагировать на происходящее, все более применяя все менее легитимное насилие против собственного народа. А силовики будут применять это насилие все менее охотно, наблюдая за меняющимися настроениями в обществе и ростом числа протестующих. В конце концов, правящей хунте придется либо уйти самой под все возрастающим давлением общества, либо может случиться вариант Чаушеску. Представьте себе гигантский митинг в поддержку Путина где-нибудь на Поклонной горе, на который приходит больше противников режима, чем его сторонников, и все это на фоне гудящей, вышедшей из-под контроля страны. Скорее всего, это приведет к резкому падению режима самыми печальными последствиями для его руководителей. Печально то, что падение режима при таком сценарии, бунт регионов с выведенным на первый план требованием самостоятельности с одновременным ростом протестов в центре, может привести к развалу страны. Для меня печально, поскольку я люблю Россию и хотел бы ее сохранить. Но как бы я этого не хотел, при таком сценарии это вряд ли будет возможным. И ответственность за это, как и за эскалацию насилия, который может сопровождаться процесс крушения режима, лежит полностью на политическом руководстве РФ. Даниил Константинов. Вот такие 3 минуты размышлений националиста, русского националиста Даниила Константинова. Мне хотелось поделиться с вами. Понимаете, когда даже русские националисты, ну те, вот кто даже в тексте признаются, что любят Россию и не хотят ее развала, понимают, что развал близок, то представьте, насколько в этой мысли укрепляются такие, как я, кто, в общем, не любит нынешнюю Россию и желает ей развала всей душой. Я знаю, что рассуждения подобного типа в России, если не запрещены, то будут в скорости запрещены или даже будут преследоваться. И поэтому я тороплюсь в очередной раз заявить именно на этом канале, ну, на котором и так уже санкции каналу ничем не повредишь, что те, кто боятся развала России, вы зря это делаете. На самом деле, для того, чтобы форматировать страну, созданную Путиным, нужно или необходимо кардинально изменить, в том числе, ее территориальные границы. Россия обречена на вертикаль власти именно потому, что она огромна по территории. Кто-то из очень умных, я уже не помню кто, говорил, что любой, кто встанет на место Путина, даже самый прогрессивный реформатор будет вынужден через время превратиться в авторитарного правителя ровно потому, что Россия устроена таким образом, что все регионы зависят от московского центра. И иначе, как создавая вертикаль власти, очень мощную вертикаль, опираясь на силовой блок, ты не можешь управлять такой огромной территорией.
Именно поэтому, господа, необходим развал страны и разделение ее на отдельные, если хотите, мини-государства, возможно, входящие в некий новый союз, если вам так сильно хочется или нравится это слово, а вообще лучше по принципу Соединенных Штатов, где каждый отдельный регион будет, как и в Соединенных Штатах, отдельным королевством, объединенным под одним, например, флагом или под одной какой-то идеей. При этом на каждой территории, например, на территории независимого Татарстана, на территории независимого Алтая, независимой Якутии, независимой Новой Новгородской Республики будут приняты свои собственные законы, и они будут отличаться от законов в других государствах Соединенных Государств России. То есть, пересекая границу Московии, скажем, Ленинградской области, попадая в Новгородскую республику или затем в независимое государство Карелии, вы попадаете в совершенно другую систему координат. Где-то будет смертная казнь, где-то ее не будет. Где-то за изнасилование человек получит пожизненное, а где-то лет 10-12, а затем исправительные работы. У каждого отдельного государства будет свой бюджет, и вы увидите рассвет новых независимых стран. Какие-то из них будут бедными, какие-то станут необыкновенно богатыми. Ну, например, есть все шансы у такой страны, как Якутия. Там идет добыча алмазов, а якуты, как вы видите, проживают вот в таких условиях. Итак, представьте себе, какие перспективы открываются на каждом месте, если Россия поделится на несколько десятков независимых стран. Это новый толчок, это шаг в будущее, это способность самим распоряжаться своим бюджетом. Все в руках россиян. Самое главное – поломать ныне существующую страну, замешанную на коррупции, на мафиозных связях и на личной преданности одному человеку или той шайке, которая сейчас захватила власть. По-другому поступить, как поломать эту страну, форматировать ее, я выхода не вижу. Если уйдет Путин и на его место станет преемник, система, созданная им, будет работать ровно так же и будет подавлять население ничем не лучше, чем сейчас. Поэтому, как вы понимаете, изменить все в этой стране можно, изменив территориально эту страну. Другого выхода нет, и, как вы видите, даже русские националисты приходят к такому же выводу. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Можете ли вы представить независимость в том месте, где вы проживаете? Были бы вы рады, если бы там, где вы живете, было создано новое государство, там, где вы живете, были созданы новые независимые штаты России.